Недвижимость в Турции. Paradise Alanya. Кого интересует недвижимость в Алании, звоните по номеру +90 555 064 91 10. Дорогие наши зрители, нашел очень хорошую двухуровневую квартиру под ВНЖ в открытом районе Тосмур с таким восхитительным видом. Смотрим. Вид на горы, вид на речку Дим, вид на море. Также вид на крепость Алании, которую я сейчас вам покажу. Огромная терраса, джакузи. Какая вот красота. Я сейчас покажу, как видит телефон. Вот крепость Алании. Глазами это все видно вот так. Вот так я вижу. И вы тоже будете это все видеть. Горы видны вот так. Да-да. Мои глаза вот видят в таком ракурсе. Правильно. Итак. Дорогие зрители, соскучились? Цена этой квартиры 335 тысяч евро. Я сказал цену, но досмотрите до конца. Да? Ну, порой говорите, почему цену в конце говоришь. В начале говорю. Но досмотрите ролик до конца. Если нет этого бюджета, не надо закрывать. Наша квартирка интересная. Ставим лайк, подписываемся на наш канал и комментируем, что вам понравилось в этой квартире. Расскажите про вид. Редкая квартира. Это не картошка на базаре, что постоянно выходила на продажу. Это редкая такая. Такую квартиру редко кто продает. Отсюда видно даже Газипаша. Вид никогда не закроется, так как проект находится на высоте. Здесь как бы 15-16 этаж получается. Эти проекты 12-этажные. Мы над нею, так на высоте, на горке. Здесь 15 метров крутой спуск. После нормально спускается к речке Дим. 300 метров до речки максимум. До моря максимум 800 метров. 750-800 метров. Открытая территория, открытый бассейн. Есть генератор. И зона отдыха там больше ничего нету. Проект был построен в 2009 году. Не буду много говорить. Пойдемте покажу вам планировку этой квартиры. 3+1. Нормально? Даже прекрасно. Таких квартир. Ну, я нахожу. Или квартиры меня сами находят. Ох. Хозяин из этой комнаты сделал как бы гостиную с кухней добавок. Кухня даже, кажется, есть внизу. Не помню, сейчас посмотрим. Теплые полы по всей квартире. Теплые полы. Это редкость. Ага. Это, я думаю, что вторая кухня есть еще. Бытовая техника фирмы Bosch. Фирма Line. Kane Line. Массив. Первый санузел. Телевизор high-level. 4 детей у него. Вот смотрите. Молодцы. Спускаемся вниз.
Так, здесь тоже теплые полы. Тут как бы сделал раковину мраморная. Моечка здесь. Квадратный метр, вся площадь минимум 170 квадратных метров. Минимальная жилая площадь. Это спальня 15 квадратных метров. Жилая площадь от стены до стены. Я уже все планировки почти знаю. Много квартир посмотрел. На глаз уже лазерный измеритель мне не нужен. Но порой нужен, когда клиенты бывают с нами тут, на месте показывают. Стиральная машинка Bosch. Второй санузел полноценный. Даже сушилка здесь. Акуна матата. Нет, да, он все поменял здесь. Кухня наверху, это была гостиная, он сделал из нее спальню. А наверху была спальня, сделал гостиную. Поняли, да? Вот. Молодец, хорошо придумал. Какая-то мебель из каких-то этих камыш, что ли, из чего сделал, не понял. Угу. Он вытаскивает это на балкон хозяин. Спальня. Может, заказал у застройщика, когда строилось, чтобы он сделал такую планировку. Дверь интересная, да, без окна. Нормально. Тоже теплые полы в спальне. Кое-что можно докупить. Ну, так. Заезжай и живи. Квартира под ключ. Берете чемодан и переезжайте. Рядом внизу прямо есть магазинчики. 400-500 метров максимум. Все магазины рядом. И рестораны рядом. Там известна улица Димчай, района Тосмур. Ключи у меня. Звоним. Мы уполномоченные на эту квартиру. Компания. Так, вид на речку есть, вот так. Там очень классно, можно прогуливаться, ресторанчики есть прям, беседочки прям на этом, на речке. Я сам живу там внизу, будем соседями. Так, показал все, что надо, огромный балкон внизу. А в ту спальню я зашел, не помню. А, нет, я сюда не зашел. Три спальни внизу. Одна гостиная комната наверху. Два санузла. Здесь как минимум 18 квадратных метров. Даже есть сейф в стенке. И еще один балкон. Уф. Я обалдею от этой квартиры. Она уйдет. Не теряем время. Готовим деньги. Прилетаем, покупаем. О, лошадь. Сторона восток, юг. Две стороны видит. Дорогие зрители,
Жду вашего звонка. Плюс 90 555 064 9110. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район Тосмо. Всем чао-чао, бай-бай.